Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Ну что, лето подошло к своему логическому завершению, а это означает, что самое время сделать топ лучших девайсов, которые можно купить осенью 2021 года. Но перед началом этого ролика я хотел бы сказать, что данный топ составлял я, и в нем те девайсы, которые пробовал я и которые я могу смело посоветовать. Если же вы с ним не согласны, то добро пожаловать в комментарии, оставьте свой топ, я обязательно его прочитаю и каким-то образом отреагирую. Открывает этот топ-девайс от компании Vaporeza под названием Swag PX80. На самом деле это довольно приятный девайс. Выглядит симпатично, в руке лежит хорошо и комфортно, а кожаная накладка добавляет уюта. Девайс работает на сменных аккумуляторах формата 18650, и это просто невероятный плюс для этого устройства, так как вы можете взять с собой несколько аккумуляторов и не волноваться о том, что ваш девайс сядет в самый неподходящий момент. О картридже я много говорить не буду, он обладает большим объемом и довольно интересными испарителями. Во-первых, они классно передают никотин, во-вторых, у них шикарная вкусопередача, и в-третьих, они действительно довольно мощные. Единственный маленький минус данного девайса заключается в том, что вы не сможете на него поставить любой другой атомайзер без специального переходника. Это скорее моя придирка, потому что я одинаково люблю парить как баки на тугой сигаретной затяжке, так и мощное устройство с бешеной вкусопередачей. Далее по списку у нас идет девайс от компании Wupu под названием Vinci Pod. Сегодня этот девайс можно смело назвать легендой, поскольку он прекрасен не только внешне, но и внутренне. Во-первых, огромное количество различных расцветок не дадут вам соскучиться. Во-вторых, у него огромный аккумулятор на 800 мАч, которого смело хватит на один день умеренного парения. В-третьих, у девайса шикарные испарители на 0,8 Ом для более свободной сигаретной затяжки и на 1,2 Ом для более тугой сигаретной затяжки. На удивление, этот маленький Винчи прекрасно передает как вкус, так и никотин и обладает практически идеальной сигаретной затяжкой. В общем, Винчи прекрасно подойдет любому пользователю. Середину этого топа открывает девайс от компании Geekvape под названием Aegis Hero. Этого малыша точно нельзя было не включить в эту подборку. Во-первых, это защита от пыли, влаги, ударов и грязи. Во-вторых, это огромный аккумулятор в 1200 мАч, который спрятался в таком маленьком корпусе. Заряжаться он будет меньше, чем за час, а хватит его смело на один день парения. В-третьих, это его монструозный бак на 4 мл жидкости. В-четвертых, это бешеная вкусопередача, которая поразит многих пользователей. Ну и в-пятых, это, конечно же, регулировка обдува. В общем, это очаровательный, надежный и очень компактный девайс, который также подойдет практически любому пользователю. А вот за второе место, мне кажется, я получу очень много хейта, поскольку сюда я ставлю одноразки. Одноразки просто ворвались на рынок вейпинга. Они отличаются вкусом, цветом, количеством затяжек и крепостью. Данные устройства прекрасно подойдут вам, если вы хотите бросить курить, но не знаете, подойдет вам вейпинг или нет. Приобретайте этот небольшой девайс, парите. Нравится — приобретайте что-то более крутое. К примеру, Wupu Vinci. Не понравилось — выбросили его в мусорку. Все. Так что я считаю, что данный девайс могут смело получить второе место в этом топе. Ну и первое место получает девайс, который на самом деле перевернет весь мир вейпинга. А я говорю про Evio Box. Я не перестаю им удивляться до сих пор. Но визуальные характеристики просто меркнут по сравнению с его функционалом. Итак, что случается с вашим девайсом, если в нем заканчивается жидкость? Все правильно, вы получаете приятный гарик. В случае с Evio Box все гораздо интереснее. Благодаря его новейшим испарителям, девайс понимает, что ни в испарителе, ни в картридже нет жидкости, и он перестает работать. А еще он вибрирует, то есть вы делаете затяжку, пара нет и есть вибрация. Вы достаете картридж, и вуаля, в нем нет жидкости, и его нужно заправить. Это просто невероятная функция. За все то время, что я парил Evio Box, а это было более чем 2 месяца, я ни разу не почувствовал вкуса гари. Помимо этой шикарной функции, в этом компактном девайсе находится аккумулятор объемом 1000 мАч, и заряжается он быстрее, чем за 40 минут. Я хочу сказать спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. А с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.